Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий, продолжаем играть в игру Subnautica. Я играю в хардкорном режиме. И в прошлой серии мы нашли немножко соли, чтобы сделать магний. Так, чувствую, что у меня здесь переполняется уже. Так, кварц. Кварц. Не знаю, кварц нужен для чего-то, кроме стекла. Ну давайте я его сделаю. Стекло, в смысле, не кварц. Так, уберу, наверное, это стекло сюда. И у меня осталась куча титана. Вот я думаю, что, наверное, стоит мне сделать вот такие контейнеры, которые можно использовать для хранения чего угодно. Небольшие такие контейнеры. Так, а что, у меня инвентарь полный? Так, интересно. Так, контейнер, водостойкий контейнер, левой кнопкой, так, взять, сейчас я опущусь. Контейнер хорош тем, что его можно запустить прямо вот на том же уровне, где вы находитесь, и он будет плавать. Такой классный контейнер, что его даже течением, видно, не сносит. Так, водостойкий контейнер. Что туда положить? Да не надо туда ничего класть. Я хотел просто еще один, наверное, сделать. Потому что в бардачке, конечно, все хранить не получается. Так, и, наверное, можно еще трубы. Потому что титана у меня все равно много. А трубы хорошая вещь. Тем более я хотел продолжить исследование. Исследование глубин. Так. Можно, кстати, переименовать этот контейнер. Так, а глубины у нас вот здесь были, насколько я помню. Ой-ой-ой, что-то у меня с едой совсем плохо. Давайте-ка. Дырохвост. Странно, почему он не может его просканировать, когда хватает? Ну ладно, не будем задавать вопросы. Рыба Гэри. Так, а я вижу, по-моему, еще металлолом. Да. А этого, кстати, почему-то нельзя схватить. Еще какие-то, кстати, обломки. Подождите, соль, по-моему. Если это соль, то я спешу туда. Точно, это соль. Так, водоросль просканировали. Здесь, кстати, где-то я видел, по-моему, известняк. Выступ известняка. Ну, на самом деле, мне сейчас это даже не настолько важно, сколько было бы важно вот подплыть к этим водорослям и попробовать их собрать. Потому что я бы хотел. Так, обнаружена радиация. Так, я пошел отсюда. Извините, но с радиацией мне, видимо, не по пути. Еще соль. Так. Везет мне очень, потому что все-таки из соли делается магний, а магний нужен для ремонтного, по-моему, оборудования, если я не ошибаюсь. Кстати, я совсем рядом со своей базой. Такие пещеры, тоннели, конечно, здесь вообще просто титан. И вот здесь какая-то яма гигантская. Очень гигантская яма. Нужно изготовить нож. Нож мне нужен для того, чтобы можно было убивать этих вот цветы,
этих камикадзе, святые камикадзе, которые во всех пещерах постоянно, они мешают очень сильно. Так, и смотрите-ка, неужели я получил магний? Получил магний в достаточном количестве. Так, зарахвост. Рыба Гэри. Много мне покушать надо прилично. Так, и еще пузырь. Похоже, вода из пузыря мне понадобится. Помимо этого, мне нужно взять из инвентаря своего магний. Батарейку возьму, стекло возьму. Кристалл соли, кстати, еще один остался. Посмотрим, что нам дадут сделать. Сделать нам дадут следующее. Да ничего особенного. Фонарик. Фонарик, батарея, стекло. Фонарик возьмем. Да, сделаем фонарик. По-моему, их... Пыльца камикадзе мне нужна. Вот, чтобы сделать горелку ремонтную, мне нужна пыльца камикадзе. Ну что ж, давайте тогда действительно положим это обратно. Рано я еще собрался что-то делать тут. Так, и надо продолжить исследовать. Подождите, попить. Не допил. Кстати, аптечки есть. Еще одну аптечку в запас. Потому что они по времени создаются. Так, а мне надо взять контейнер, не надо. Мне надо его открыть. Фонарик. Фонарик, наверное, я сделаю на вторую. Ой. Это на первую, это на второй. Так, трубы на третий. Конечно, меня вот эта пещера очень интересует. Кстати, в пещерах, надо сказать, что находятся интересные минералы. Вот опять камикадзе. Что такое? А, фу. Это просто темнота наступила, да? Я, честно говоря, даже испугался, что такая тьма. Здесь какая-то система, система пещеры, смотрю, гигантская. Я думаю, здесь тоже надо было бы помпу установить. Так, что у нас? Слушайте, что случилось? Ценный какой-то... Ценный минерал, а я его почему-то упустил, ну, провалился куда-то вниз, но... что не поделаешь, видать? Так. Так, вот пыльца. Пыльца камикадзе. Здесь везде за углом может быть камикадзе. Поэтому здесь, конечно, опасно находиться. Порой бывает. Так, вот еще известняк. Медь. Фух. Так, кое-что раздобыли. Кое-что ценное у нас теперь есть. Пыльца камикадзе, я, правда, не помню, сколько ее надо там.
что тебе... Зато я вот это получил. Солнце садится. Главное, трубы хотя бы не взрывают. Это радует. Думаю, пора аптечку применить, потому что может быть опасно. Что ж, вот как раз применение этим трубам, которые я... Так, вот еще один камикадзе. Хорошо, что пронесло меня на этот раз. Еще пыльца одна. И это очень здорово, потому что пыльца, в принципе, трудно, конечно, доставаемый ресурс, но в данный момент мне как-то вообще везет. Я магний нашел. Вижу еще одного там друга. Так, это у нас что? Обычный кварц, правильно? Угу. Там еще один камикадзе. Вот еще кварц. Так, а тут что? Спрятался. Не знаю, где там взорвался вообще. Ну, сейчас посмотрим. А, вот где он был. Яйцо существа. Так, у меня, по-моему... Так, друзья, я что-то запутался. А, вот. Надо, кстати... поторапливаться, а то здесь утонуть как нечего делать. Фуф. На самом деле в постоянном напряжении находишься, когда плаваешь что-то, потому что давайте сплаваем теперь назад, я думаю, посмотрим. Может быть, что-то уже можно будет сделать из того, что есть. Хотя, мне нужен ножик. Ножик мне позволит какие-нибудь ресурсы откалывать, например. Медная руда. Медной руды мало. Сигнальная ракета. Ласты мне нужны. Ласты, конечно, не помешают. Кстати, для исследований можно было бы, наверное, даже и несколько этих сделать баллонов дополнительно. Приличное количество, чтобы было. Так, пыльца, магний. Так, ладно, вроде должно хватить. Что из инструмента? Во, ремонтный инструмент, магний, пыльца, камикадзе, титан. Вот, ремонтный инструмент, другое дело. Ура! Сделаю-ка я еще себе баллонов в запас.
обследую пещеры эти. Все равно титана очень много скапливается. Так, сюда я, наверное, сложу пока магний, пыльца. Кстати, вот образец коралловой плиты яйцо существа. Не дает мне ничего из нее сделать. Ладно, пускай будет этот образец коралловой плиты здесь. А мы пока попробуем, что же нам даст ремонт. Сварка. Ура, спасательная капсула. Статус все в порядке. Все в порядке, работают. Починил. И сварка. Радиопередатчик. Коммуникационный передатчик. Так, что ж, здорово. Так, какой-то сигнал передают нам. Так, коммуникация левой кнопкой мыши, проиграй сообщение. Автоматический ответ от Авроры. Ваш сигнал бедствия получен. Спасательная команда будет отправлена по вашим координатам. Помехи. Расчетное время прибытия 9999999 часов. Понятно. Ну, что-то такое подозрение, что он никогда не придет. Так, фонарь есть, сканер есть. Давайте тогда попробуем. Так, надо перекусить. Что же он мне тогда дает, этот передатчик-то? Почему так? Кстати, у меня получается сейчас очень много, да? Воздуха в запасе. Сейчас мне надо перекус. Мне надо раздобыть. Так, ласты мне надо раздобыть. Вот что мне надо раздобыть. Потому что мне надо побыстрее как-то плавать. Все-таки. Так, что там пиликает. Проиграть сообщение. Говорит Лафет из капсулы 17. Я пережил падение, но там что-то снаружи люк, и оно пытается залезть внутрь. Если меня кто-нибудь слышит, мои координаты прилагаются. Сообщение будет повторяться. Смотрите-ка, спасательная капсула. 700 метров. 736 метров. Ух ты, круто. Что ж. Так, поесть сначала. Это здорово, что там есть спасательная какая-то капсула, и там кто-то живой, похоже. Вот он, сюжет-то проявляется. Оказывается, наверное, здесь еще есть какие-то выжившие. Мы должны их спасти, я так думаю. Так, возьму-ка я воды, попью. Давайте попробуем сплавать туда. Не знаю, сколько нам потребуется времени туда плыть. Так. Металлолом я пока брать не буду, наверное, потому что... О, смотрите, что я нашел. Фрагмент морского глайдера. Морской глайдер. Чертеж. Что за глайдер? Так. А, так, это сообщение. Глайдер. Где этот морской глайдер? Комплект проводов. Да, как тут что-то... О, кстати, смотрите, здесь все здания какие-то, коридоры. Ничего себе.
О, морская батарея, смазка, медная проволока, титан. Чё себе, вроде чуть-чуть совсем. Кстати, может быть, мне и надо этот глайдер собрать перед тем, как... Так, мне нужна батарея, медная проволока, значит, мне много меди надо. Я так понимаю, что глайдер это то, что, на чем я могу ездить, по идее. И... ну, ездить, плавать имеется в виду, конечно. И... так, вот этого бы поймать только. Пузыря-то. Питья мне надо, питья раздобыть. Пузырь, иди ко мне. Спасательная капсула. Что-то очень много тут всех. Так, питье. Еще соль. Еще все. Это, кстати, синяя пальма, я такой не видел. Давайте ее сразу просканируем. Инопланетная форма жизни. Где же эти... растения, которые надо мне, которые мне нужно. О, сигнал, координаты спасательной капсулы 17. Мне нужны водоросли, с которых я смогу сделать резину. Резина это ласты, а ласты это как минимум скорость. Даже, наверное, лучше для начала, чем глайдер. Так, но зато уже понятно, что мы здесь не одни, и это очень интересно. Так, трубки, трубки. Так, воды. Воды теперь. Воды сделаем. Соль, конечно, здорово. Они предлагают в соли как бы оставлять так. Коммуникационный центр. А мне нужны ласты. По-моему, здесь где-то. Я где-то видел уже. Да, вот эти вот водоросли. Но у меня что-то подсказывает, что там может быть радиация. И я не смогу. Просто. Вот так вот взять и... нельзя же вот так просто взять и сунуться в радиацию. Что, понимаете? Кусок какой огромный. Кстати, вот тут какие-то пузырики идут, но, по-моему, от них заряжаться не могу. Еще пузырики идут. Не, не подзаряжает. Сколько там? А, это соль. Соль надо брать. Без вопросов.
вот этот. Ну, титаны, конечно, многовато. Титана многовато, но... Фух. Не бросать же его пока. Мне бы хотелось, чтобы более какие-то ценные... Более ценные ресурсы. Так, что-то у нас опять тут погружается. Чуть кровопускатель. Что за дрянь? Какой-то червяк. Так, вот эти вот опасные, я знаю точно. Так, вот радиация обнаружена. Что делать-то? А мне нужно вот туда попасть. Мне нужны вот эти вот штуки. Ну что ж, похоже, я остался без водорослей. Здесь я их добыть не... А, вот, кстати, вот тут могут быть. Глайдер бы мне, конечно, не помешал. Медленно очень плаваю. А, вот. Только здесь вот эта змеюка крутится. Не змеюка, конечно, а рыба, но... Выглядит она устрашающе. Вот эти вот... вещи мне очень нужны, и заодно водоросли надо просканировать. Не знаю, сумею я взять что-нибудь из этого. У меня места нет практически. Так, одну взял. На этой планете не обещаю никакой разобраться на экологических биомах. Рекомендуется дальнейшее изучение. Я уже понял. Здесь вообще красиво. Ага, вот где. Меня кусают. Ничего себе. Уходим. Меня прикусил монстр подводный. Вот он, какие-то обломки таскает. Ладно, возьму на всякий случай аптечку, потому что мало ли кто еще укусит. Конечно, таким запасом баллонов это здорово плавать, но, честно говоря, ничего уже не положишь. Думаю, сейчас тогда, если плыть за этими ресурсами, то надо, конечно, разгрузиться. Очень далеко уплыл. Ай, да, спасательные капсулы. Ну, конечно, туда ползти так. Может быть, я и доплыл бы. Сейчас настолько уже так далеко забрался, что. Хотя вот уже мои виднеются. Не так уж далеко. Мои постройки. Труба, которая уходит под воду, в смысле под землю. Может,
так быстрее будет. По идее, должно было быть быстрее, я думаю. Так. Смазка, ага. А, морской глайдер, титан есть. Так, мне вот нужно еще титан. Так, кристалл соли. Титан. Вот сюда положим титан, вниз тогда уберу. Так, в ящик. Не очень удобно, конечно. Да, и давайте-ка часть баллонов я скину. Одного, я думаю, запасного хватит мне вполне. Так, и, наверное, здесь возьму титан. Кстати, а стекло тут, по-моему, было стекло. Не надо для... А, нет, там не надо. Я хотел сделать... Да, вот ящиков этих. Потратить хоть титана этого. Инвентарь полон. Кстати, а здесь-то вот его можно бросить? А, так как здесь можно бросать? А я думал, только там. Давайте тогда здесь, конечно, тогда их соберем. Вот. Их можно, кажется, перетаскивать даже вручную. С инвентарем. Так. Сюда, значит, сложим вот это все. Трубы, наверное, тоже пока мне это не понадобится. А, давайте трубы соберем. Трубы отсюда соберем. И положим их в отдельное. Вот это вот. Нет, вот сюда. Здесь поменяю название. Так. Пайпс, трубы. Хорошо. Так, ага, у меня еда, мне еда нужна. Так, это энергетический батончик, кстати. Он очень много удаляет, конечно, голода, но надо сказать также, что он его потом больше нигде не достать уже. Так, это я есть. Так, это у нас пить. Так, где тут? Нет, это пить было. Так, опять пить. Вокруг меня плавает. Невозможно поймать. Должно, по идее, хватить. Главное, чтобы взрыва не было, внезапного. Потому что это самое неприятное было бы. Оказаться где-нибудь непонятно где. И получить сзади взрыв. Да, если, конечно, выживание, будь здоров. С этим... С
питанием. Потому что если просто без питания, там есть режим игры без питания. Ну, сами понимаете, это уже не выживание. Конечно, приходится постоянно отвлекаться на так, все. И что теперь? Теперь я бы хотел отправиться. Да, значит, спасательная капсула вот там, а водоросли у меня вот там. Поплыву просто. Периодически падают новые обломки. А вот эти, кстати, вот это надо проверить обязательно. Свинец. Ну, свинец я не знаю, где используется. Такие вот штуки надо проверять обязательно. Если видим. Вот. И долгожданное. Только там это опасное животное крутится постоянно. А, все что ли? Странно, почему я больше не могу водоросли собрать? Так бы как будто и могу. Битком или не битком? Вот не ясно мне. Давайте еще попробуем взять. Кто он собирает? У меня же вот должен быть уже полон. Инвентарь полон 7 раз. А при этом он их собрал, как бы. Очень странно. Главное, это гроздь водорослей занимает огромную просто огромное количество клеток. Добрался. Давай. Сейчас мне нужно получить вот это. Класс, резины просто много. Действительно. Так, а вот тут у меня в этом шкафчике, по-моему, была еще. Да. Отлично. Резины выше крыши. Снаряжение, нож и ласты. Оружие было удалено из стандартных чертежей для выживания после резни на Абраксис Prime, в связи с тем, что это жизненно важный инструмент для выживания на протяжении 2,5 миллиона лет. Нож является единственным исключением. Приносим наши извинения. Так, оружие, значит, у нас нету. Значит, нож тогда давайте в первую. Сканер во вторую. Нет, фонарик во второе. Сканер в третье. Ремонт в четвертый положим. Ячейку. Кристалл Солли. Так, есть у нас теперь этот... силиконовая резина, кстати, а для глайдера что нам надо? Смазка. А, опять не надо
Медная проволока, медь. Медь нужна. Медная проволока. Есть ли у меня медь? Так, медная руда. Раз. Так, это трубки. Тут ничего нет. Тут баллоны. Так, баллоны пока не нужны. А тут трубки, да? Хм. Странно. Казалось, что у меня больше всего. Ну ладно тогда. А, да. А, ну что ж, очередная серия подошла к концу. Это была игра Subnautica. И я играл на хардкорной сложности. А с вами был Григорий. До новых встреч. Пока.